Здрасте! Сегодня готовим суп с сырными шариками. Подписывайся, потом искать меня будешь. Этот суп можно готовить на любом мясе. У меня курица. Пока варится бульон, готовим сырные шарики. Берем 100 граммов сыра, трем на мелкой терке. Добавляем одно яйцо, 50 граммов сливочного масла, я его растопила в микроволновке. Добавляем перец, соль, зелень. Все перемешиваем и добавляем 80 граммов муки. Замешиваем тесто и убираем в холодильник минут на 20. Затем в готовый бульон опускаем картофель. Лук с морковью обжариваем, можно и не жарить. Опускаем в суп и варим до готовности овощей. Солим. Пока варятся овощи, готовим сырные шарики. Не делайте их слишком крупные, делайте помельче. Шарики опускаем в суп и примерно 10 минут варим. За 2-3 минуты до готовности супа добавляем 2 зубчика чеснока и зелень. Этот суп получается очень вкусный, а сырные шарики нежнейшие.